США перебросили в Европу четвертый бомбардировщик. Военно-воздушные силы США перебросили на базу Фэрфорд в Великобритании еще один дальний сверхзвуковой бомбардировщик ВВС США B-1 B-Lancer. В четверг, 7 июня, приземлился на передовой авиабазе Фэрфорд в Великобритании, сообщает Интерфакс. 30 мая в Англию были переброшены три дальних тяжелых бомбардировщика с изменяемой стреловидностью крыла В-1 с авиабазы ВВС США Дайс, штат Техас. В США военный угнал броневик и пытался сбежать. С тех пор американские бомбардировщики регулярно проводят многочасовые тренировочные полеты в регионе Балтики. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.